Одногруппники просили спросить про беременных и про больных с сахарным диабетом. С ними как Да этот нормальная вопрос? работа. Вы выходите в поликлинику, вы не в красную зону, вы не общаетесь ни с кем. Вы просто, когда придете в поликлинику, скажете, я беременная, ну или покажете, что ты беременная, да? Ну, И то есть там второе. справку какую-то, еще что-то Да не надо не ничего, нужно? ты же нормальный человек. Ну что диабет? Ну диабет, какие проблемы-то? Ходи, да, сиди с врачом, да работай, не бойтесь ничего. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Такой Здорово. вопрос у меня. Вот, если, например, вот конкретно про себя спрашиваю, я сегодня госпитализировалась в больницу, и у меня будет операция, и где-то больничный лист затянется на месяц, то в такой ситуации как быть? Ну, я не знаю, как. Будем думать. Будет список, вас распределят, у вас будет номер телефона старшей медсестры, к которой вы в поликлинике прикреплены. Вы звоните и говорите, я на месяц, вот так вот сейчас, я не смогу выйти. Как-то надо, плановые операции должны выполняться в плановом порядке. За счет каникул, там еще. Вы находитесь в учебном. Если вы не сможете выполнить план, вам придется уйти в академический.